По информации СМИ, королева Елизавета II весной планирует сложить с себя полномочия, а своими преемниками видит старшего внука принца Уильяма и его жену Кейт Миддлтон. Изначально заявление матери вызвало негатив у принца Чарльза, но в итоге он смирился с ее решением и пообещал поддерживать. По словам королевы, британские подданные мечтают, чтобы королем и королевой стали принц Уильям и беременная третьим ребенком Кейт. Молодые и улыбчивые царственные особы являются любимцами британцев. Если не произойдет кардинальных изменений, коронация состоится после дня рождения Елизаветы II. 21 апреля 2016 года королеве Елизавете исполнится 90 лет. Королева Великобритании правит страной уже 63 года. Это рекордный срок пребывания на троне среди всех правителей страны. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и получайте ежедневную порцию интересных новостей и фактов со всего мира. Всем пока!